когда теряет равновесие, твое сознание усталое, когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятия произведения искусства и также самого зачатия Мадонной сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом, до странности, покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои шагающие истины на этой выщербленной лестнице.